Спасатели России и Монголии объединяет не только общая граница, но и одинаковые риски природных и техногенных катастроф. Наши соседи защищают от природных пожаров населенные пункты, спасают людей на воде и борются с техногенными возгораниями. Иногда происшествие становится предметом внимания обоих государств, когда природные пожары переходят через границу или на приграничных реках случаются наводнения. В рамках обучения монгольские спасатели прослушали теоретические курсы по медицинской подготовке, организации пожаротушения, радиационной, химической и биологической защите. Практические тренировки проходят на разных площадках. Спасатели из Монголии познакомились с работой центрального пункта пожарной связи 3-го отряда Федеральной противопожарной службы края. Посетили первую пожарно-спасательную часть Читы, где ознакомились со специальной техникой, оборудованием и пожарно-техническим вооружением. Изучили порядок несения службы и быт сотрудников. Монгольские спасатели преодолели полосу психологической подготовки, расположенную во второй пожарно-спасательной части, где они надели боевую форму пожарных и прошли специально подготовленные этапы психологической полосы. Сегодня монгольские спасатели изучали порядок проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП и изучали технические средства и устройства, применяемые забайкальскими дознавателями и экспертами исследовательской пожарной лаборатории при осмотре места пожара. Вера Асадуллина при содействии пресс-службы МЧС России по Забайкальскому краю.